И всем привет, друзья! Сегодня мы играем в треугольный кружок. Вода. Ладно, пошутил. Она игра не так называется. По правде, я сегодня узнал, как называется эта игра. Игра, друзья, называется «Игра в кальмара». Да, наконец-то я узнал, как она называется, друзья. Вот. Все, я узнал. И почему, друзья, я вас спрошу, так много набрало просмотров это видео? Почему? Почему оно так много набрало? Оно набрало где-то 130 просмотров, друзья, и всего лишь за сколько? 1-2 дня. Это очень много для меня. И вот я решил снять вторую часть, друзья. И давайте наберем под этим роликом 50 просмотров. Да, по лайкам, конечно, не опередило оно, но по просмотрам просто жесть. Давайте наберем 50 просмотров, и я выложу следующую часть. Так, давайте будем приступать ко второй части. Вышли новые режимы, вот решил снять 50 просмотров, друзья, вот ваш долг. И я буду снимать третью часть. А здесь у нас какая-то ошибка произошла. Видите, 0-0. Все время ноль, а люди вообще не телепортируются. Значит, мне надо сейчас зайти на другой сервер. Так, друзья, вот я зашел на другой сервер. Надеюсь, здесь нормально. Так, музыку. Пусть музыка, короче, будет, друзья. Ну что ж, уже будем начинать. Будем ждать время, давайте я перемотаю. Друзья, я еще узнал, что здесь можно у продавца разные вещи покупать. Посмотрите, какие клёвые. Ну, когда мы соберем баллы, то мы уже будем покупать. Так, становимся круг, сейчас будем телепортировать. И, друзья, у нас эта кукла. Сейчас посмотрим, дойду ли я до конца. Конечно, я доходил, но просто, может, не все доходили до того видео. До той части, что она была уже в конце видео, эта кукла. Но сегодня она у нас уже первая. Давайте мы уже дойдем. Эта песня, кстати, ее очень популярна, когда она поет в ТикТоке. Если мы ТикТок не скачем, то у моей сестры. Так, я остановился. Простите, пацаны, но это такая жизнь. Вы же на бабки играете. Зачем они бегут? Ой, блин, я не могу на это смотреть, когда людей просто убивают. Друзья, еще хочу сказать, эта игра на деньги. Здесь собрались очень много людей. Ну, есть такой фильм даже про эту игру. И каждый раз она быстрее музыка идет. Так что нам надо успевать. Есть фильм про эту игру даже. Я, может, когда-то его сниму. Даже этот фильм, ну, не знаю. Главное мне выжить, друзья. Фух. И эти люди играют типа на деньги. Кто выживет, дадут большую сумму денег. И вот, эта игра на смерть оказалась. Вот мне главное дожить. Сколько там? Еще одна минута? А мне хватит. Блин, какого фига? Ай, друзья, не успел я. Ну, ладно, давайте следующую играть. И у нас сейчас это будет лава подниматься. Наша вторая игра, которая постоянно всегда попадается. Здесь добавили еще где-то 2 или 1 режим. Новых, и вот я хочу их сыграть, друзья. Так, ну давайте я перемотаю, когда уже будет пик. Все, друзья, сейчас будет уже. Перемотал я. Так, валим. Главное успеть, все, друзья. Я не говорю, потому что я постоянно так умираю, постоянно не допрыгаю. И все это. Можно такое играть? Оружие. Так. Ну, что я не могу? Я раньше с первого раза запрыгнул. Погнали, друзья. Я не останавливаюсь, я иду. О, ногу не подходит. Я забрал. Пробую.
Я, по-моему, один остался, друзья. Да, я один. Там еще какой-то постоянный. Нет, я прыгаю. Блин, я почти успел. Видите, там ступеньки. Ладно, 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 не успел я. Там еще один пацан, по-моему, остался. Мне надо еще один раз выиграть, я могу уже какую-то шляпку купить. Но я хочу хоть за 20 купить, а не за 5 выигрышу. Так, ну давайте я перемотаю, там еще один пацан остался. Да, друзья, и вот новая карта. Сейчас будет идти в разные стены, и мы должны на них становиться. И круг будет каждый раз уменьшаться. Будет уменьшаться вот до такого размера маленького. И мы должны уворачиваться от стен, чтобы они нас не сбили из круга. Ну что, давайте я перемотаю. Все, друзья, я перемотал, и время стекло, и сейчас начинается у нас. Так, видите, идут стены, здесь можно до них дотрагиваться, но главное, чтобы они вас не столкнули. Так, ну я, короче, на что пойду? Я, мне здесь даже перепрыги, ой, надо. Я думала, я просто пройду. Так, давайте. Раз. Просто на изи. Пока... Ой, нет, зачем я сказал, сразу вторая стена подлетела. Ладно, там еще идет. О, видите, круг уменьшился, синий круг упал уже, то есть уменьшился круг. Главное, чтобы я не стал, так, только с этой, звездочку. Еще зеленый, наверное, упадет. Да, 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 я вот так и знал, друзья, видите, я так и знал, что это зеленый, друзья. Потом желтый. Последний это розовый, и все, розовый, больше не будет падать. Ух! О, еще с этой стороны. Надо оборачиваться каждый раз, чтобы она вот... Я еле на розовый не стал. Блин, там две стены. Там еще... Так. Там еще идет. Все, мы выжили. Сколько там времени? 7 секунд, все вроде бы, да. Да, мы выжили, ура! А как люди туда попали, в смысле? Что за пацан читер? Он туда попал. Это, наверное, какая-то пасхалка там. Ну ладно, все, мы сыграли, все сделали, друзья. Так. Давайте еще один раз. О, здесь кто-то пацан нубика сделал. О, все, я телепорнулся, и опять это лава, друзья. Давайте я же перемотаю. Все, друзья, я перемотал. В смысле? Я не понял. Я тупой, друзья. Ну все, это карта пройденная. Я сейчас давайте перемотаю. Ну, друзья, все, я затупил, короче. Я иду с вами послужить. Я не так спешу. Давайте перемотаю, друзья. Да. Бывает такое, бывает. Она уже здесь. Блин, я почти успел. Ладно, ладно. Все равно эта карта. И давайте еще одну. Еще одну, друзья. Кстати, я уже могу себе купить кастрюлю на голову, но только не хочу. Может, здесь реально какая-то пасхалка? Ну ладно, потом поищем, друзья. Друзья, мы, наверное, телепортируемся уже, да? Все. Давайте. Друзья, может быть, я пройду эту куклу. Не знаю. Будем надеяться. Так, друзья, все, мы начинаем. Осталась там одна секунда. Погнали. Я стою сразу, заранее, чтобы она меня не убила. Видите? Простите, люди. У меня просто пальцы трясутся. Я не знаю, почему. Ну, я один из первых уже иду. Простите, пацаны. Зачем ходить? Остановлюсь сразу. Вот тут девочку убила, не так остановилась. Я просто ей в глаза не буду. Я не буду ей в глаза смотреть. Я боюсь ее. Остановлюсь. Блин, меня уже опережают. Ого!
девочка. Зачем девочек убивать? Ну, пацаны, ладно. В смысле, друзья? Блин, не остановился. Ладно, ладно. Ну что же, на этом видосик будем заканчивать. А, это самые лучшие игроки, вроде бы, на нашем сервере, да? О, я, ну, на каком месте? Я уже почти... Вот и 27.